Доноров могут приравнять к волонтерам, сообщает телеграм-канал «Самары Вести с Дворянской». Такой законопроект одобрили в первом чтении в Госдуме. Тем, кто сдает кровь и ее компоненты, это даст доступ к мерам поддержки для добровольцев, дополнительные баллы к ЕГЭ, льготы на посещение культурных мероприятий, бесплатное обучение, консультации и многое другое. В России 1,5 миллиона человек регулярно сдают кровь, но только 200 тысяч из них – молодые люди. Законопроект спасет многие жизни и увеличит число кадровых доноров за счет новых стимулов, уверены в Государственной Думе. Более 30 тысяч самарцев написали диктант здоровья, сообщает телеграм-канал администрации Ленинского района. Вы также можете присоединиться к масштабной акции «Диктант здоровья», пройдя до 21 сентября включительно онлайн-тестирование и получить сертификат участника. Для консультаций по процедуре проведения акции действует горячая линия, телефон указан на экране. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в Самаре ведется прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей. Для получения земельных участков прием граждан ведет департамент опеки в понедельник и среду с 9 утра до 5 вечера по адресу улица Куйбышева, дом 48, кабинет 25. Также заявление можно подать через МФЦ. Консультацию можно получить по телефонам, указанным на экране.